Незаконный ввоз в Республику Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере выявлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. А именно, в результате проведенных оперативных мероприятий после переезда таможенной зоны КПП ПСОВ задержан водитель автомобиля Ford Transit ВОЗБА Тимур Аксентьевич, 1975 года рождения. В ходе обследования автотранспортного средства гражданина ВОЗБА в багажном отделении обнаружена картонная коробка со светодиодными плафонами. Вскрыв и исследовав каждую упаковку, сотрудники наркоконтроля в двух из имеющихся 8 светильников изъяли полиэтиленовые свертки с белым порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что изъятое сотрудниками милиции в автомобиле гражданина ВОЗБА вещество является наркотическим средством метадон. Тимуру ВОЗБА вменяются незаконные приобретения, перевозка, хранение, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического вещества в особо крупном размере. В отношении последнего транспортной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 и пункта Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. ВОЗБА водворен в изолятор временного содержания. Преступление имущественного характера по горячим следам раскрыли сотрудники уголовного розыска. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в краже Сангуле Рустам Гурамович, 1990 года рождения. При осмотре автомобиля, в котором следовал данный гражданин, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты предметы, похищенные у жителя города Чимчира. По факту кражи в отношении Рустама Сангуле возбуждено уголовное дело. Последний с целью хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем свободного доступа незаконно проник в домовладение потерпевшего, откуда тайно похитил имущество на общую сумму порядка 140 тысяч рублей и с места преступления скрылся. В результате незамедлительно принятых оперативных мер задержали злоумышленника на посту ГАИ Мачара сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным отделом Гулырыбского РОВД. Перевозимое чужое имущество изъято. Это похищенная бытовая и компьютерная техника, а также строительные инструменты и материалы. Гражданин Сангуле водворен в изолятор временного содержания. Последнему вменяется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело расследует следственная группа отдела внутренних дел Ачимчирского района.